Всех приветствую на моем спортивно-игровом канале RusFPS. И как уже догадались по названию, сегодня у нас будет прогноз финала Лиги Европы Севилья против Интер. Сейчас я найду Интер и сразу же предупреждаю, тут сезоны 13-14. Вот, но получается, что составы немножко не те. Самый смысл в том, что приблизительно рейтинги такие же, как и FIFA 20, только прибавьте по пятерочке на каждый рейтинг, там атаки, защиты и полузащиты и так далее. Я буду играть за более слабую команду и, естественно, на звезде футбола. Все, вернемся, я сейчас состав настрою и уже, собственно, полетим играть. Интересная схема у Интера 3-5-2. В общем, подрубаем трибуны. Я надеюсь, вам хоть немножко слышно будет, хотя там все переключится на музыку. В общем, вернемся, когда будет что-нибудь интересное. Здесь у нас офсайд. Да, Ракитич тогда еще играл в Севилье. Вот это прикол. А вообще, с точки зрения баланса и равенства, вот могу заверить точно, здесь все, в принципе, так же, как FIFA 20. Можете даже проверить, зайти на своих PlayStation 4, если у кого они имеются. А вот перевод на Ракитича. Здесь очень долгая обработка, и удара мы не увидим. Или увидим, только не от... Нет, не увидим. Играть, скорее всего, нет, я сомневаюсь в этом. И нет никого... А, нет, вон есть там парень в центре. Отдай пас. Я нажал на кнопку паса. Почему-то не отдал его. Да-да-да, вижу, парень забегает. Это Гомеро. Обработка мяча. Ужас. Перевод на правый фланг. А тут сюрприз. Черышев играет. Вот это да. Так, ну здесь, я не знаю, получится пробить, нет, блокировка. Сразу же угловой. По стандарту два финта, два притопа, не получается. Оп, гол, серьезно. Я даже не надеялся, я думал, ну, пробьет он, ну, максимум, что это там заблокирует. Я даже не думал. Ну, это гол. Можно повтор посмотреть, я люблю смотреть повторы, вообще классно. Такой вынос, и это у нас забивает Кристофоро. Бонифатич. Ну, кто смотрел «Капитана Врунгеля», старый советский мультик, тот, я думаю, в теме. Классно закрутил, вопроса вообще нет, молодец. А на какой он позиции играет? На ЦП. Всего 70 рейтинг. Нормально. А здесь мы отобрали, обокрали. Можно отдать вот так. И еще раз Кристофору, еще один луч. Да ладно, я не перестаю восхищаться этим парнем. Правда, в этот раз, ну, по центру, но вратарь попотел, по крайней мере. Уже плюс. Сейчас попробуем навесить на Ебору. Блин, в этой игре у меня не получается вообще забить с головы. Такая проблема у меня здесь. Не знаю, не получается и все. А вроде бы FIFA 14, то есть, так сказать, вешай. Но, правда, движок от FIFA 8, поэтому тут ушки не надо развешивать. В общем, пока ничего интересного. 1-0, и, я так полагаю, уже первый тайм заканчивается. Ну, блин, ты в офсайде, парень. Как я тебе передачу отдам? Все, первый тайм is end. А вот и возможность. А вот и, я так полагаю, будет. Да, да, все. Все, в позиции голкипер обосрался. И я закрутил легонечко в правый уголочек. Еще раз. То есть, ну, атака, ну, классно, классно. Бака
хороший пас. Можно даже вот так посмотреть. То есть, как бы, офсайда нет. Ну и здесь немножко на себя. Вот, видите, позиция, пауза небольшая была. И здесь спокойно угол открыт, крути не хочу. 2-0. Все очень... Да, может, кто-то засомневается. Но все очень легко. Да, все. И теперь главное легонько так прицелиться и забить прямо. Но это не девятка, скорее всего, была на удар. Хороший Гамейро оформляет дубль. Неплохо. Неплохо. Вот реально, мне все равно, кого обыгрывать и каким составом. Вот. Ну, правда, если я буду играть за команду, у которой ползвезды, и мне поставят Барсу, это будет затруднительно. Скорее всего, я проиграю. А здесь вообще легко. Не знаю, удивительно. Игроки слушаются меня, бегут в правильном направлении, и все, что мне нужно, они делают. Еще раз повторяю, удивительно. Вистафоро, Гамейро, Черышев. Черышев на фланге, не знаю, здесь бить нет, но попробую. Блокировка. Так, в центре никого нет, тогда закрутить, побороться. Здесь, я думаю, будет вынос. Нет, выноса не будет, так как это высококлассная команда, а они не выносят мячи. Выносят только команды от, ну, ползвезды, там, две звезды, три звезды, а если четыре, то уже не выносят. Я немножко отвлекся, там гол, как бы, а я вам рассказываю тут про звезды. Вот, ну, кто это у нас тут отобрал? Это был Ибора. Так, а там парень с фейсом. Я люблю смотреть на фейсы. Просто фейсов очень мало в FIFA, поэтому удивительно смотреть. И здесь прессинг. У Черешева было 3 шанса, аж целых 3. И на третий он, собственно, справился со своей задачей. Оформил 4-й гол. Вот. Ну, я думаю, это успех. Естественно, в реальной жизни такого, скорее всего, не будет. Вот не знаю, а может быть, все в этой жизни возможно. Что, 5-й, что ли? 5-й, давай. Ну, слушайте, а если 5-й? Просто пробей. А почему там и Карти или там и Бора был? Непонятно, в общем. Все непонятно. Почему-то и Карти оказался в обороне. Классно. Вот тут Ракитич был. Там ручки пожали. В общем, самое главное, что я выиграл. А вы поставили лайк, подписались на канал, если еще не подписаны, поставили на колокольчик. Вот это удивительно. У меня всего точность пасов 75%. Это очень мало. Обычно у меня где-то, ну, хотя бы 80+. Ну, понятно, в Песке у меня там 60 иногда бывает. А вот в FIFA в данной версии у меня 80-85 минималка. Здесь что-то как-то не очень. Но самое главное, ударов 11, поворотом 9 и голов 4. Все. Вот, про подписку лайк сказал. Можно завершать. В общем, не знаю, буду ли я смотреть по телеку. Главное, успеть смонтировать до начала матча. Вот. Все, всем пока. Про подписки не забываем.